На дворе 21 век, а в некоторых селах Ульяновской области все еще продолжают коптить небо мазутные кочегарки. Так, в районном центре Чердаклинского района уже не первый год имеются проблемы с горячим водоснабжением. Среди проблем местной котельной — постоянные прорывы теплосети и поломки котлов. Администрации района в этом году было принято решение начать новый отопительный сезон поселка с новой котельной блочно-модульного типа. Хочу всех жителей порадовать, что уже в октябре мы запустим этот прекрасный новый теплоисточник, и все в квартирах почувствуют комфортные температуры даже в самые отрицательные градусы. Новые блоки поступают на точку уже в собранном виде и при установке образуют рабочий модуль. Большим преимуществом данных сооружений является мобильность и экономичное ресурсопотребление. Производитель дает гарантию на все оборудование в рамках муниципального контракта на 3 года. Со слов руководителя местной власти, поставщик проверенный. Проблем с эксплуатацией быть не должно. Все работы по демонтажу и подключению новых коммуникаций ведутся в срок. Сейчас с главой администрации пошли на шаг модернизации. И рассчитываем, что вот та схема работы по лизингу позволит нам в течение 2 лет полностью сделать окупаемой эту котельную. Во-вторых, и может быть даже на первом месте стоит, это надежность поставки энергетического ресурса и бесперебойность его подачи жителям районного поселка Чердаклы. Установка современной квартальной котельной блочно-модульного типа в Чердаклах поставит жирную точку в эпопее мазутного теплоснабжения в регионе. Отмечу, в этом году масштабно завершена реконструкция новоульяновской котельной. Также сейчас производят монтаж 2 новых теплоисточников в районном центре Инзы. Антон Никонов, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.